Всем дачный привет! Продолжается тема благоустройства. Делаю клумбу возле качели. Вот уже, в принципе, бортики подняла. Сделала из шифера вот такие бортики для клумбы. Сейчас заднюю стенку, старый шифер, сниму. Муж поможет привезти сюда еще грунта побольше, чернозема, и высажу я гортензии. Вот такой вид получается. Конечно, это пока все не озеленено, но когда все разрастется, будет красиво. Туи вырастут, гортензии большими кустами. Будет это смотреться очень красиво, и не будет виден этот шифер. Сейчас покажется, что это вот как-то все грубовато смотрится. Но в связи с тем, что у нас рельеф, перепады очень большие. Вот по качели можно видеть, какие у нас перепады. Поэтому приходится использовать шифер и как-то нивелировать вот этот вот огромный перепад. Это вот прошлую неделю делала клумбу с туями, и там на заднем плане Викторию высадила, а здесь буду высаживать гортензию. Гортензию уже купила, ожидают посадки. Я их перед высадкой замочила в воде. Сейчас покажу, как они у меня стоят. Вот видите, специально замочила, чтобы подкорневая насытилась водой, и после этого я уже буду сажать. Гортензия называется Diamond Rouge. Это такая гортензия, которая краснеет, очень ярких красных насыщенных тонов будет. Три куста взяла, и вот сейчас я их равномерно посажу на этой клумбе, тоже Diamond Rouge Сады Сибири, и посмотрим, как это будет выглядеть. Качество саженцев очень хорошее, мне понравилось. Вот такие вот крепкие красавцы. На следующий год здесь будет очень красиво. Ну вот все, грядка готова, грунт досыпан. Вот такой вид у нас получился. В целом более-менее равномерно. Вот здесь вот с торцов еще позже муж укрепление сделает. Давайте покажу, вот как на этих грядках вот так стыки зафиксирует, чтобы они не расходились, землей не отталкивало. И особенно весенний-летний период, когда она обмокает, земля, она начинает раздвигать шифер. Вот в целом вот такой вид. Сейчас выкопаю лунки, сделаю, подготовлю посадочные ямы и высажу гортензии. Вот еще раз такой вид снимаю на будущее. Потом через год посмотрим, что из этого всего у нас получится. Подготовила вот такие посадочные ямы. Сейчас в них добавлю слоями ветки сосны, удобрения насыплю для гортензий, и также я обычно кладу что-то зеленое, какую-нибудь траву, либо после кошения траву, либо в данном случае я взяла чистотел, ну и бывает крапиву, то, что найду, то, что растет рядышком.
Вот, положила уже на дно ветки сосны. Засыплю это немножко землей, поставлю туда гортензию и все слоями переложу, сверху засыплю землей. И вот у меня что получилось. Вот так посадила. Немножко центральный саженец ушел вправо, но ничего страшного, это кустарник, оно потом визуально все выровняется. Вот такой вид получился. Еще не знаю, что посадить на данную клумбу возле гортензии. Много мыслей есть, но пока не определилась. Может быть, что-то мне посоветуете. Посмотрите, порекомендуйте. Буду очень рада. Я стараюсь высаживать многолетники. Потом это все закрою укрывным материалом, чтобы меньше было хлопот для прополки. Поэтому какие-то однолетние культуры я здесь садить не планирую. Возможно, что-то из кустарников посажу. Поэтому буду рада, если что-то посоветуете дельное и по цвету сочетающееся. Хотелось бы такое, чтобы длительное время цвело, сохраняло декоративность и визуально это все красиво было. Думала хвойники какие-нибудь посадить, чтобы зимой зелено было. Вот пока еще не решила. Гортензии сильно разрастутся кустом, поэтому я думаю, что хвойникам тесно будет. Но это я гуляю утром. Первые лучики солнца около 7 утра. Наслаждаюсь пением птиц. И смотрю на то, что у меня получилось. Люблю гулять по утрам, смотреть на солнце. Вот такие вот дела. Всем спасибо большое за поддержку, за внимание, за пальчики вверх. Поставьте пальчики вверх. До новых встреч. Всем пока-пока.